Мексиканские власти подтвердили арест Эктора Бельтрана Лейвы, главаря одной из крупнейших преступных группировок страны. Она занимается поставками кокаина из Центральной и Южной Америки в США и страны Европы. Наркобарону долгое время удавалось скрываться от правосудия благодаря тому, что он выдавал себя за не слишком успешного риэлтора и не привлекал к себе внимания. Эктор Бельтран Лейва фигурирует в 29 обвинениях. Генеральный прокурор ранее выдал 3 ордера на его арест. Выдан был также федеральный ордер, говорит глава следственного управления. Власти США предлагали за информацию о его местонахождении вознаграждение в размере $5 миллионов. Эктор Бельтран Лейва возглавлял преступную группировку с 2009 года, когда в перестрелке с морскими пехотинцами погиб его брат Артуро, известный в криминальных кругах под кличкой «Эль Барбас».